Вашингтон, 1 мая, РИА Новости. Финская неправительственная организация «Тающий лед» организовала проект по созданию монумента из льда в Арктике с головой президента США Дональда Трампа для привлечения внимания к проблемам глобального потепления. Как сообщается на сайте Project Trump Mario, ледяная голова президента будет высотой 35 метров, а в ширину и глубину – по 20 метров. Эти размеры повторяют монументы четырех американских президентов, высеченные из камня на горе Рашмор в США, пишут организаторы. Для реализации проекта уже начат сбор средств. Всего потребуется около 400 тысяч евро, а сама работа, которой займутся финские и монгольские скульпторы, займет 4 недели. Точное место начала работ еще не определено. Глобальное потепление – одна из важнейших проблем и тем современности. Есть еще люди, которые размышляют, действительно ли это проблема. Мы хотим построить памятник для всех нас. Так мы увидим, как долго сохранится скульптура до того, как она растает. Часто люди верят во что-то, только когда видят это своими глазами. Приводятся в сообщении слова председателя группы «Тающий лед» Николаса Приета. Трамп ранее не раз ставил под сомнение теорию глобального потепления климата. В связи с этим в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату, поскольку, по словам президента, оно не отвечало экономическим интересам.